Друзья, всем привет! Меня зовут Маша Тафье. Я похудела на 58 килограмм, сейчас мне 43 года. Добиться такого результата может каждая девушка. Я худела на правильном питании и дефиците калорий, а последние 6 килограмм я сбросила на диете, которую назвала Keto Light Маша Тафье. Она очень эффективна и помогает тем, кому не помогает ПП. Поверьте, исполнить свою мечту о красивой фигуре обязательно получится, пробуйте. Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный чизкейк без муки и сахара. Это чизкейк Нью-Йорк с низким содержанием углеводов. Он подходит и для ПП, и для Keto Light Маши Тафье. Приступаем. Я взяла миндальную муку, все ингредиенты будут внизу в описании и КБЖУ там же. Добавила к нему 50 грамм масла кхи. У меня добрая традиция, это самое хорошее качественное масло кхи. Добавила 2 столовые ложки эритрита, можно заменить стевией, и пол ложечки ванилина. Все тщательно перемешиваю и укладываю в форму. У меня форма 21 сантиметр, я выстелила ее бумагой, разровняла и отправила в духовку. У меня аэрогриль. При 170 градусах выпекаю 10 минут. Достаю и оставляю остывать. Готовлю творожный слой. Для этого я взяла сыр Филадельфия. Это творожный сыр. Мой называется русская Филадельфия. Я добавила к нему жирной 30% сметаны. Можно также использовать сливки. После этого добавляю ванилин, примерно пол чайной ложечки, используйте по вкусу, и эритрит, около 3 столовых ложек. Концентрация у него разная, поэтому обязательно пробуйте. Можно использовать эритрит, стевию или их вместе. Положила 2 яйца и 1 желток, перемешала и взбила блендером. Остается только вылить массу, она получается вот такая красивая, однородная и уже вкусная, на остывший корж. Выливаю, разравниваю, отправляю в духовку. Самое главное в чизкейке – это технология приготовления. 45 минут при температуре 160 градусов, затем выключить и открыть духовку. Аэрогриль можно не открывать, оставить еще на час. Потом достать, дать остыть при комнатной температуре и на всю ночь поставить в холодильник. Утром наш чизкейк готов. Он приобретает абсолютно особенную, однородную, масляную, очень вкусную структуру. Я украшаю его, использую для этого кокосовое сгущенное молоко, ягоды голубики, мяту и несколько капелек перетертой красной смородины. Украсить можно на свой вкус. Используйте низкоуглеводный шоколад, орешки, все, что вам нравится. Вот такая красота у меня получилась. Разрезаем, достаем маленький кусочек, ну, граммчиков 100-200, сколько хочется, потому что углеводов совсем немного, но в то же время тортик очень сытный. Вот эта вот нижняя подложечка получается просто волшебный такой, знаете, орехово-масляный, сладкой. Ну и мне очень нравится фактура вот этого чизкейка. Она получается сырной, такой творожно-сливочной, немного кремовой. В общем, мне кажется, что обязательно стоит его попробовать. Я очень люблю чизкейк Нью-Йорк, и мне он больше нравится со сметаной. Ну что ж, друзья, можно экспериментировать, можно добавить в него какие-то ягоды, будет еще интереснее. Я желаю вам удачного дня и счастливых глаз. Вы скажете мне: счастливые глаза, боже мой, это так сложно. Как девушке в наше время получить счастливые глаза? Это очень просто. Для этого нужно всего 2 вещи: красивая фигура и чизкейк. А как их совместить? Рецепт я вам уже дала. Все, желаю успеха!